Всем привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео я вам покажу, как правильно настраивать мышку и подготовить себя к нормальной игре. Для начала заходим в панель задач, точнее в панель управления. Здесь выбираем мышку. И уже здесь настраиваем. Для начала нам нужно выставить клик более быстрый. Изначально он стоит где-то посередине, ставим на предпоследнюю полосочку, и чтобы кликнуть два раза, нужно быстрее нажимать. Чтобы не слоупочить, в принципе, надо быстро все клацать, и вот так вот. Следующее, что нам нужно настроить, это перемещение. Задайте скорость движения указателя. Мы его понижаем, он тоже был где-то посередине. Позже я объясню, для чего это сделалось. Все остальные галочки тоже, как у меня, ставьте. Закрываем. Дальше нам нужно зайти в драйвера нашей мышки. Мышки у всех разные, поэтому драйвера тоже разные. Единственное, что нам здесь нужно знать, частоту опроса ставим на 1000. А DPI наш, так называемый, уровень чувствительности DPI, нам нужно поставить 1600. Выставляем 1600. Заходим в игру, открываем настройки. Эта настройка мышки подойдет, в принципе, для разных игр. Первые два пункта вы выполняете. И потом заходите в игру, в ту, в которую вы играете, и выставляете там чувствительность настолько, насколько вам комфортно. То есть у меня сейчас в танках, при тех настройках, которые есть в драйверах мышки и в Windows, выставлены вот таким образом. Здесь никаких цифр нету, поэтому я даже не знаю, сколько там деления, почти не видно. Раз, два, три или четыре, непонятно, короче. Ну, в принципе, очень маленькое значение стоит в игре. При этом мышка двигается нормально, четко, плавно, и все движения очень четкие. Те настройки, которые я вам показал с мышкой, это не значит, что это идеальные настройки. Есть люди, которым нравится чуточку быстрее, чуточку медленнее. Вы можете немножко регулировать под себя. Я лишь показал то, как правильно и в какую сторону нужно двигаться, чтобы хорошо настроить мышь под свою игру. Если вы в этом ничего не разбираетесь, можно те первые два пункта выполнять точно так же, как и у меня, а остальное в игре вы можете сделать так, как нравится вам. Теперь я вам объясню, почему я так настроил мышку. Для чего я увеличил DPI в настройках мышки, именно в драйверах. Поставил 1600. Если стандартная, обычно стоит 400 либо 800. DPI был увеличен для того, что такое DPI? Это пикселей на 1 дюйм. Чем мы значение DPI увеличиваем, тем больше пикселей у нас в одном дюйме. 1 дюйм содержит больше пикселей, тем самым больше точек, на которые перемещается наш курсор. То есть чем меньше DPI, тем точек пикселей меньше, тем мышка наша двигается более рвано и не так плавно. Может, глазу это не сильно заметно, но во всяких шутерах это критично, и играя на высоком уровне, следует это учитывать. Но при увеличении DPI, хоть и увеличилась плавность нашей мышки, также увеличилась скорость. И чтобы скорость мышки уменьшить, поэтому мы в настройках Windows уменьшили скорость мышки. Но также еще и в игре поднастроили под себя для более четкого и плавного контроля. Таким образом мы получили при большем DPI более четкий контроль мышки, и остальные настройки мы подогнали под более плавную игру. В принципе, в танках, может, это не сильно критично, но я считаю, что критично, поскольку большинство танкистов
абсолютно в корне неверно настраивают свою мышку и изначально тренируют себя под кривую стрельбу. Если бы они с такими настройками играли в шутеры, это было бы еще в несколько раз хуже. С вами был Варчик. Играйте красиво. Всем пока.